День шопинга, короче. Вот такую вот штуку мы приобрели. Духовой шкаф. Тимьяна у нас маленечко приболела. Магазин номер 2. Чувала, дорогая, что творится, ребят. Здесь варочная панель, что-то еще там. Ян, как тебе? Работает. Зачем мне солнце? Монако, для чего скажи мне, луна Сан-Тропе. Ребят, всем пламенное приветствие. Сегодня новый день, новое все. Не буду говорить какое число, потому что с этого дня начинается ремонт нашей кухни. Вот так она вот сейчас выглядит. То есть, ну, все по садепу, все как бы так потихонькому. Сейчас мы едем в РБТ. Выпало так, что скидки, акции, там типа какие-то ночные распродажи, или как это называется? ДНС. День шопинга. День шопинга, короче, во всяких магазинах. Мы едем сейчас покупать духовой шкаф, плиту там, ну вот это вот все, в общем, для... Все это будет встраиваемое, короче, вот. Ну, все буду показывать. Времени мало, за нами уже приехали. Погнали. Сейчас вот, вот сейчас не забанят. Малиновая лада, малиновый закат. Везу девочку-бунтарку, хотя бы не пешком, или как он там поет. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Как там? Terrorist win! Terrorist win! Это мы просто, я снимаю, что, ну типа, по подъезду идем, вот сейчас на улицу выходим. Чё? Опачки! Чё, пришли выбирать? Смотрим, ну, не выбирать, точнее, просто прицениваем сейчас, смотрим, что есть. Типа там начитались всяких разных фирм. Bosch. Взял в руки и Bosch. Ну, ладно, посмотрим сейчас. Магазин номер 2. РБТ. Вон Яна там что-то смотрит, выбирают все. Короче, выбираем вот какую-то вот такую штуку, дальше вот такую штуку, там вот такую штуку, я не знаю, ну что-то вот Яна, короче, смотрит. Приехали, все-таки ползали по РБТ, везде ничего не нашли, приехали в Лиран, именно сертифицировали, как он называется, выбрали, что мы выбрали, вот этот вот духовой шкаф, то есть все прям ништяк, все что нужно, сенсорное управление, тырыдым. Сколько он стоит, получается? 29. Так, и получается вот эту варочную панель. Стоит что-то 23, по-моему, тысячи. И посудомоечная. Машина. Сейчас все посчитаем, посмотрим. Да? Такие дела. Что, ребят, всем привет еще раз. В общем, Яна у нас маленечко приболела. Не чувствует ни запаха, ни вкуса. Вот такую вот штуку мы приобрели. Будем пробовать. Ну, это вот для Яны. У меня вот пивасик. Сейчас будем смотреть, как, что это делается. Тест, экспресс-тест. Это был конверт просто. Я спросил... у этих, она говорит, да, мы сами делали, говорит, и кто болел, у всех показала, то есть, ну, вот, кто продает. Yeah. Давай, читай, разбирайся. Я думала, ты все уже прочитал. Как? Нет. Сейчас буду тебе делать. Потом, если у Яны покажет, ну, и мне надо будет сделать. Че, ребят, начинаем? Давай. Ух, здесь. Открыли, достали. Вот такая вот фигня сейчас. Я не уйду туда. Все, давай. Сделать вот так, короче, чтобы он соприкоснулся с этой жидкостью, поводить, отжать там что-то как-то. Да хватит. Короче, оп. Надеваем эту штучку. Аккуратно. Что ли, да? Потряси. Это мне надо трясти.
И 5-4 капелек надо, короче, вот сюда делать. Ну и ждем. Если буква S просто одна, то нет. Если вместе с буквой T, то значит положительно. Если просто буква T, тоже нет. Ждем сейчас 5-6 минут. А антитела не показывает, только чисто? Чисто, да, нет. 6-0-2-0-3. Короче, ребят, нет, ничего нет у нее. Одна полоска. Одна полоска, не две полоски, а одна. Если бы было, то еще бы на Т была бы черная полоса. Ну, ничего нет. Короче, вот. А почему нету запаха и вкуса? Не непонятно. Вы не больны коронавирусом. С чем вас и поздравляем. Все, отключаем камеру. Что, ребят, начинаем? Что начинаем? Начинаем ремонт, грубо говоря. Кухни продал я свой наш. Кухонный гарнитур старый, выставил на Авито за 5000, просто оборвали все звонки сообщениями. В общем, разбираем сейчас его. Вот так это выглядит. Так, отойдите, голожопые люди. Я на стыд, тут голожопая. Вот, сейчас собираем все это, надо будет снять. Далее, завтра плитку отдалбливать. Завтра заберут его. Купили мы, я рассказывал, духовой шкаф, варочную панель, посудомоечную машину. Весь день сегодня ездили, выбирали кухни. Там, сям, в итоге сумма, ценник кухни нашей, которую мы хотим, в итоге 200 с плюсом тысяч. Как подорожало все. Лес, дерево и так далее. Ну, ладно. Я что, я разбираю старую кухню. Вот сейчас снимаю в коридор. Сейчас люди приедут, заберут. На Авито уже говорил, продал за 5000. Пойдет. Вот. Сейчас все это снимаю. Далее. Здесь будет ремонт. Сейчас пока это все вот так выглядит, жесть, конечно. Ну что. Ремонт есть ремонт, ребят. Продолжаем. Тут, короче, мама дорогая, что творится, ребят. Вытяжка. Да. Короче, как-то так. Он мажик отдыхает. Но у нас тут получилась какая-то беда с размерами. Получается у нас от пола до потолка 2,40, да, Ян, ты мерила? 2,45? 2,45, представляете, какие потолки низкие. 2,45, и поэтому мы как хотели-то. Картинку сейчас подставлю, примерно, что хотели мы сделать по дизайн-проекту. Вот сейчас вот вы видите, да, вот как бы шкафчики одни, и поверх вторые идут. Вот не знаю, как это сейчас. Возможно, так и не получится. Ой, жесть, конечно. Тут без стопочки не разобраться. Сейчас исправим это дело. Ну-ка, расскажи, что у нас там не получается. Да я спросила, не знаю, получится при такой маленькой высоте сделать так, как мы запланировали. Сейчас он ответит. Да. Просто даже, возможно, нет смысла ему очерчивать, ну, вот как мы запланировали, потому что оно все не влезет, и все. Лучше бы он очертит так, как по-другому, возможно, сделать. Короче, ладно, видно будет. Ребята, ребята, ну где люди, которые должны забрать? Там уже надо весь этот хлам вывести отсюда. Ну что, друзья, все, забрали. Гарнитур теперь осталось за многим, бляха-муха. Сейчас все это, плитка, обои, все будет сдираться тут. Тут и сюда потолок натягиваться, пол меняться, делаться. Тут, по сантехнике тоже. Сейчас посмотрим, что как. Вот. То есть вот так все это выглядит. Ладно, дай бог терпения нам. Все продолжается у нас. Начинаю снимать плитку вот отсюда. Сейчас все это сниму по бурой. Уже приезжал потолочник. Определились с потолком. Что как будет, насколько будет опускаться. Там он Сонечка балуется.
Работаем, делаем потихонечку. Процесс идет, ребят, полным ходом. Плитка, главное, вот здесь все хорошо, вот там отошла, вот здесь вот такой вот конкретный. Уже даже, короче, видите, оделся, поранил ногу прям, крови было нормально. Отлетела плитка, ну голый начал делать, дурак. Оделся, продолжаем. Фух, есть места такие, в которых плитка вообще не отходит. Явно здесь тоже беда, обои старые, моющиеся. Очень сложно отдираются, очень прям. Че, Ян, как? Нет. Вот, все, что я снял, здесь нормально, вот там вот. Но время уже просто 9 часов, 10 уже, сильно шуметь нельзя, поэтому это на завтра. Там прям долбить нужно. Ой, жесть, конечно. Ну и что, делаем. Делаем. Пока делаем ремонт, Радыгин раскодировался, ребят. Вчера мы приезжали, я его раскодировал. Типа, знаете, когда закодировался от выпивания алкоголя, да? Но есть друзья, программисты, подобрали код. Вот тот самый случай, смотрите. На друга, не дожившего до дней, за память, что живет с нами. Ну, ладно, что, Андрюк, давай. Как-то так и живем. Всем привет, друзья, новый день, новое все, как говорится. Утро начинается с того, что приехал электрик, посчитал все, посмотрел, сколько кабеля купить надо, ВВГ 3 на 2,5, в общем, 20 метров взял кабеля ВВГ, 14 стаканов, короче, на кухню, вся эта хуета на кухню, короче. Сейчас он уже там штробит, тыры-пыры туды-сюды, по плану, где розетки, где что будет. В общем, закупился, еду домой, ребят, по пути. Яна попросила заехать в Ханой и купить вкусняшку. Короче, здесь вкусняшки понабрал, там, вьетнамская НЭМ, говядина, фотки, да все там, короче, и то да все. Ладно, поехали домой. Чпокс. Здесь у нас получается обед. Вот такой вот, да? Вот такой обед, ребят. Всем приятного аппетита. Капец, все в пыли, ребят. Видите, если тут Янины побрякушки, все в пыли. Ну что, ребзики? Ой, короче, показываю, что происходит у нас на кухне. Вот так вот электрик, конечно, заколебался. Бетон, старый советский бетон, еле-еле все он это сделал. Там дети кричат, вот. Здесь будет пенал, тут для микроволновки, для духового шкафа, тыры-пыры. Здесь варочная панель, что-то еще там, что-то еще. Да, и в чем у нас проблема, ребят? Обои советские, моющиеся, хрен снимешь. Еле-еле он уже на помощь. Женька приехал. С болгаркой, блядь. Взяли сначала вот такой диск, короче, но попробовали, блядь, она прям вместе со штукатуркой снимает. Придется сейчас, короче, просто вот так вот маленечко простись, а потом намочим и попробуем так снимать. Попробуем, что намочим. Так, покрытие снимается. Что, Женька?
О, господи. 10 конечно. Ну, ничего не будем делать. Пыли, пылища. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот вроде лайфхак работает. Поделали вот так, да? Помочили и пошло дело. Как бы. Ян, да ты-то погоди. Чего, ты тренируешься, что ли? Давай, давай, лучше. Тренируешься? Ты руками там поаккуратней, Жень, там же, как, блядь, 220 нахуй идет. Нормально, щекотно будет. Ну, щекотно будет. Продолжение. Чего? Маленечко прибрались, я на там полы везде помыла, как пылесосили. Дальше у нас что? Линолеум. Надо убирать. Что, начали делать батареи? Убираться сегодня эти будут. Пока вот так, короче, я не знаю. Что у вас тут за салон? А? Что за салон? Что ты снимаешь? Видел, что осы покусали? Почему? Это где? Что, мед воровала, что ли, ночью? У пчел. Ладно. Делаем. Вот и футболочки. Пригодились. Сейчас их намочу потихонечку, чтобы никуда сварка не залезла там. И так далее. Ой, бардак какой, господи. Здесь еще разместил тоже на Авито вон эту ортопедку с матрасом. Должны забрать. Такие дела. Ну что, на кухню трубу поставили. Оп. Такая вот труба. Все переварено. Ништяк. Пойдете. Что говорить? Сейчас будем талдывать. Ян, как тебе? Работает в суровых условиях? А? Всяки живем. Затрещало. Ножа. Так, и зал поменяли. Ну что, ребят, всем привет. Новый день, новое все. Как говорится, сегодня у нас суббота. Продолжаем ремонт. Сейчас меняют откосы. Подоконник на окнах в кухне. И сейчас буду штукатурить стены. Пойдемте посмотрим, что происходит. Оп. Как-то так. А вы не здесь? Выдерга. Не, выдирать нужно будет, да? Выдирать что, подоконник? Пен. Иди пыли, сейчас. Сейчас выручим.
Да, это камера для себя. Полностью процесс снимаю как. Но все равно. Показываю, что здесь получилось. На раз прошли штукатуркой. Рот-гипсом получается, да? На раз стены. Завтра еще одним слоем все это будет вытягиваться. Поменяли здесь подоконник, откосы, потом уголки здесь будут. Все ништяк. В общем, на этом закончу эту первую серию ремонта. Всем спасибо большое за просмотр. Кому не сложно, поддержите лайком, напишите какой-нибудь комментарий. Может, что-то кто-то посоветует, пока еще здесь практически ничего не сделал. Посоветуйте, может, какой пол сделать. Я хочу здесь убрать этот верхний слой, вот этот вот, или как он называется. Что это, ДСП, да, получается? Стянуть доски, здесь вот такие вот доски. Наложить OSB, он там стоит. Стянуть все это и поверх положить наподобие ламината, но это не ламинат будет, а кварц-виниловое покрытие, короче, нос с замком по типу ламината. Вот. Напишите в комментариях, может, что-то посоветуете и так далее. Все, сейчас будет ставочка, что вас ждет в следующем ролике, ребят. Все, всем от души, душевно, душеньку, на связи, как говорится. Это новый влог. Надя, накрась ее охуительно, что да не пусти. А ты водки налил? Привет, всем привет, я водки налил. Унитаз? Не каша, это полон. Молодец, молодец, Димка, красавчик. Спасибо. Пробуй, дегустируй. Так, ну-ка, стой. Это страшно.